Всем привет, с вами Прия. Ну что ж, пришло время вскрыть сундучки и сделаем уже это во время припатча. Все-таки сегодняшняя дата — это 18 июля, и именно сегодня стартанул припатч к дополнению Battle for Azeroth. Начнем же. То есть, так вот. Какой интересный, однако, лут. 1000 сущностей. И эпохальный ключ. Интересно, который вообще будет работать или нет? Вопрос весьма хороший. Окей. Идем дальше. ДК. Это как минимум забавно. Я думал, дадут какую-нибудь вещицу. Или что-то типа такого. Да, 5000 сущностей, окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это за дом я такой установил? Это что? Как этим пользоваться? Ладно, надо будет потом насчет этого аддона посидеть. Развлекаться с ним. Тысяча сущностей для каждого персонажа. Для покупки одной легендарочки. Угу. Угу. Не, ну это мощно, конечно, да. Я считаю, это вообще классно. Чего же не 10 тысяч сразу тогда? Окей. На самом деле надо и этому радоваться. Так как могли вообще без сундуков остаться. Зато, знаете, анализировать не надо, что полезно вещь с сундука или не особо. Ты просто получаешь 1000 сущностей и уходишь довольный. Ну, ладно, окей, кто-то довольный, кто-то не особо. Это уже конкретно дело каждого. Но на самом деле, это самое лучшее вскрытие. Не упало бесполезных шмоток. Да и полезных не упало. Да и шмоток в целом не упало. Так что, все окей на самом деле. Ну что ж, всех вам благ, счастья, здоровья. Хорошего лута вам с недельных, с эпохальных сундуков. Вот. Также приглашаю вас на стрим. Там ссылочка в описании есть. В текущий момент буду осваивать вот это вот все, что происходит. Да, надеюсь, будет весело. До скорого. Берегите ноги.